решено, что может, а тут это дипломатические термины, это тут не то, что каждая запятая имеет значение. Стоп, значит, на этом стенде не видно, какие государства в 40-м году сказали, что Латвия была оккупирована с Советским Союзом. Здесь не указано, какая страна признала. Или аннексия. Все-таки большая разница. Нет, они не признали, что это была аннексия. Вообще, что такое незрость? А, ну, так, нет, в принципе, все правильно. Они не признали, что это оккупация, они признали, что это аннексия. То есть они даже не стали считать, что это аннексия. Это даже не аннексия. Они признали, что... Вот видишь, да. Признает, что США не признает латвийскую оккупацию. Ну, да. Она признает только латвийскую аннексию. Перейди, пожалуйста, эту фразу, я не очень понимаю. Часть стран, которые не признали латвийскую аннексию. Они считают, что не было аннексии. Аннексии, даже аннексии. То есть там написано, что они признают оккупацию штаты, да? Да. А здесь, что они не признают даже аннексию. То есть мягкий вариант захвата страны. Особенно вот жесткая страна Ватикан. Ватикан, это круто. Это круто. Да. Ну, частный музей, что хотят, то пишут. Ну что, пойдем в следующую комнату?